70-летняя женщина погибла под колесами Таври. Автомобилем, по информации ГАИ, управлял пьяный водитель. Да, у нас родился внук. Вот сегодня. Мы выпили немножко. И мы вот сейчас едем. Женщину сбили в селе Балки. Автомобиль с подозреваемыми смогли догнать только на 19-м километре автодороги Энергодар-Бердянск. Свидетели говорят, останавливаться не собирался. Не останавливайся, меня пролетел, я какой-то самолет. От полученных травм женщина 40-го года рождения скончалась на месте. Когда остановили Таврию с характерными признаками ДТП, за рулем оказался житель села Маковка в состоянии алкогольного опьянения. Говорят, сопротивлялся и угрожал сотрудникам ДПС. Пришлось доставить РОВД. Ни он, ни его теща пассажирка не смогли внятно объяснить, почему машина в таком состоянии. Вот что такое вот, вот такое вот. И вот так вот падает машина. Тем не менее, кровь на капоте и одежде свидетельствовала явно не в пользу задержанных. Повреждение передней части автомобиля, лобового стекла, следы крови на капоте и на стекле. Эти повреждения характерны для ДТП, наезда пешеходов.